Ах, ромничек какой. Спасибо, скрыто. Мойка, перестань. Попало, он два снаряда. Два снаряда? Да. Два снаряда. Он попал, бать. Да, вот. Там пробили потолок и... Все было, два снаряда попало. Плюс снаряд попал там в соседи. И тоже вот побыло викна. Тут все повылетало. Все повылетало. Так что я вам сейчас скажу, если я тут не была, я не бачила. А как вы считаете, кто стреляет? Ну, вителя. Вителя. А значит, кто там? А там укропы, чьи, укреп, чьи як, украинцы. Вителя стреляли, потому что мне казалось, что вителя, но не может быть, чтобы вителя стреляли сюда. Только вителя. Только вителя с этой стороны. А во сколько это произошло? Ну, где-то в 12, где-то пол первого ночи. Да, где-то до 12 часов. Где-то вот так. Ну, мне сказали, ой, Оля сказала, нам же разом попало, это три дома. Вот это им, нам и соседям прямо в летнюю кухню попало. Прям... Спасибо. Заходь, заходь, пожалуйста. Ни словом, да? Больше не скажешь. Больше не скажешь. Я? Только вы. Только я где-то уехала еще в прошлом году, в декабре месяце. В чем в ноябре месяце уехала. Они сейчас в России, а я тут сама жила. Вот с января месяца я у дочки жила, дочка тут недалеко. Я мне на ночь уходила, на день приходила сюда, на ночь уходила туда. И цей раз вот так сильно побили, 4 или 5 дней сильно. Я була в дочки. І вчора ще хотіла остатися, думаю, останусь вдома. От не знаю, як от чуйка, яка тут пішла до дочки. Ні, це, пожалуйста. Ой, Господи, Бог їм судья. Дай Бог їм здоров'я. Тому, хто от це діло. Удачі, щастя для їх лічної житті. А ви, дай Бог нам здоров'я. И выдержки. Не знаю. Ну, викна же маме вот. Ну и дом попал. Что это? Толщина. Осколки. Осколок, станк. Танковый снаряд, управляемый. Кто войска это? Укропы. Right now, we're in the neighborhood of Staromogilevka in the district of Kurovsky in Donetsk. And again, we see a street that has had many homes on it hit by, from what the residents say, is Ukraine army shelling. Again, a civilian residential area hit by Ukraine army shelling. And so far, we've been to three homes that have taken direct hits from this shelling, from this indiscriminate residential area shelling. Right behind me, you can see this whole roof has been blown off of this home. We've been walking through, been talking to all the residents, and they say almost every day there's shelling here. And thank God this time no one was injured here. And but it's not always that lucky in this area. And
we're going to continue on. The residents say there might be another three homes that have been hit along the road, so we're going to continue on to see the full extent of the damage that we can bring to you. Стоп, произошло? 24-го, с 23-го числа, 20, на 24-е число, пол первого ночи, произошел артобстрел. Мы, нас разбудил артобстрел, когда мы увидели только вспышку. Получается так, получилась вспышка, на нас полетели стекла. Нас накрыло полностью все окна стеклами. Потом мы увидели, как внезапно, как это произошло, как это все было. Мы только увидели, что у нас в хату начали влетать осколки. Дети начали кричать. И мы сами испугались очень сильно. Они разбудились от нашего крика. Извините, пожалуйста, что у меня слезы на глазах. Но это очень страшно. Что сейчас происходит. Очень страшно. Я не желаю такого никому. Честно говоря. Я не знаю, за что мы это заслужили. Кому? Что мы заслужили такого отношения? Что мы сделали такого? Я вообще не понимаю. Мы жили, мы работаем. Все, кто здесь находится, все работают, как работали, так и работают. Мы живые люди. Зачем нас обстреливать? Кто такое принял решение, что нас можно обстреливать? Понимаете, я вообще с 85-го года рождения. У меня детям 9-6 лет. Что они заслужили такого, а? Кто это дал такой приказ от нас обстреливать? Это уничтожение просто народа. Кому нужна эта земля? Мы на Донбассе прожили, родители наши, вот тесть стоит мой родной, теща. Кому мы такого горя сделали, что нас можно обстреливать? Где было правительство? Я не знаю, это что, когда оно произошло. Они пускай между собой разбираются. Это высшее руководство между нами. Мы работаем. Мы работящий народ. Что от нас можно работать? Я работаю по 1300 под землей. Уголь добываю. Что от нас можно добиться? Мы проживаем в этом доме. Вот, Ольга. Вот мои дети. Вот. Главное, смотри, оружия здесь нет. А почему людей мирных стреляют? Кому мы сделали вред? У нас оружия нет. Скажите, пожалуйста, кто нас проклял так, что мы кому-то что-то должны? Я вообще не понимаю, что от нас хотят, что мы жили, работали все. У меня отец был всю жизнь шахтером. Что мы сделали такое? Дед, Царство Небесное, тоже весь всю жизнь проработал шахтером. Защищал нас Донбасс. Кому мы нужны? Что такое происходит сейчас в нашей стране? Расскажите, пожалуйста, народу. Зарплату не платят. А вот это вот осколок тоже. Вот это осколок. Вот он, да, он попал прямо в телевизор. Сейчас слушайте. Прямо в телевизор. Можете еще раз? Получается, в окно, подоконник вылетело с отсюда. Через стенку и прямо в телевизор. Шторки пробило. А вы ночевали, да, здесь? Мы спали, мы проснулись из-за того, что здесь был просто как огонь. Вот посмотрите, пожалуйста, вот за эту ночь, что с нами лисами произошло. Жену повредило, и меня тоже. Мы посеком бежали туда, думали, что дети кричат. Мы от нашего крика мы разбудили детей. Побежали к ним в спальню, но там же все, у них все нормально. Получается, пострадали только... Что, ну мы бы чудом остались живы. На нас, получается, вот эти два стекла накрыли доски, виноградник. А доски тут все. Доски, мы уже все повыносили. Тут куча досок была, куча всего было. Спасибо. Кто стреляет? Кто стреляет? С какой стороны? С украинской стороны. Нас обстреляли. Вот, с той стороны. Марьянка Красногоровка нас обстреляла. Борисовка. Вот, это трех точек берет. Красногоровка, Борисовка. Танковый пост. Кто войска там? Украина. Там стоит Яровский батальон. Братья наши украинцы. Там батальон Яровский. Родные славяне нас обстреляли, можно так сказать. Мы выросли, брат на брата нас стреляют. Вот дети стоят, мы стоим. Что он нам еще делает? Что мы им такого вред сделали? Я сказали, что здесь стоит у нас оружие. У нас ничего нет здесь. А они бьют там, понимаете, где нет. Мы заради детей только их защищаем. Что нам еще деваться? Мы работаем, хлеб, чтобы только прожить. Все, спасибо. Спасибо.
Как дела? Нормально. Было страшно этой ночью? Ну, мне уже не... Да, страшно было. Ты кричала ночью? Нет. Кричала от не знаю чего. Stop raising slow ночью. Очень вспышка очень большая была. Они приедут.